Четыре снежные горки. Такой подарок детям своими руками сделала активная химкинская молодежь. Инициатива создания игровых склонов принадлежит спорткомитету и управлению по связям с общественностью. Место выбрали живописное – Барашкинский пруд. Лучшую горку выбирала строгая и компетентная жюри. Слово Татьяне Кастанда. Горки еще не совсем готовы, но детям это не помеха. Спускаться страшно, зато потом море эмоций и конфеты в подарок. Мне очень понравилось, она так далеко, можно проехать, и ступеньки очень удобные. Участвуют 4 команды по 5 человек. Общественные молодежные организации от спорткомитета, НПО имени Лавочкина, Энергомаша и Народной дружины. Критериев организаторы не устанавливали здесь, кто во что горазд. Сергей Заморин пришел с другом Нильсом. Его помощь бесценна, считает хозяин овчарки. Нам очень сильно помогает. У конкурентов воруют всякий снег и мешает им, так скажем, делать свою работу, для чего они сюда пришли. За безопасность на льду беспокоиться не стоит, уверяют организаторы. Социальные службы все проверили, и поэтому безопасно. Поэтому проблем с этим не будет. Горки приглянулись не только детям, но и взрослым. Вот и председатель спорткомитета сам решил протестировать склон. Первое место заняла Народная дружина. Их горка хоть и не яркая, зато, по мнению ребят, самая скользкая и удобная. Победители получат денежный сертификат магазина спортивной одежды и техники. Организаторы надеются, что этот конкурс станет ежегодной традицией. Татьяна Кастанда, Олег Мелехов, служба новостей.